Мы начинаем четвертый день выставки ProTexpo, и сейчас у меня в гостях Виталий Ребриков. Виталий, расскажите, чем занимается ваша компания? Здравствуйте. Наша компания занимается на протяжении 20 лет продвижением продукции в сети. Мы партнеры империи. Также мы делаем всевозможные мероприятия по продвижению продуктов. Это мерчендайзинг, это акции. Работаем со всеми регионами России. Так что милости просим, да, в нашу компанию. Виталий, а чем именно вы занимаетесь на выставке ProTexpo? Да. Сегодня и вчера мы участвуем в закупках сетей. И мы ищем, конечно, новых клиентов, да, для нашей компании. Да. Так что берите координаты, и мы ждем вас в наших рядах. То есть, как я правильно понимаю, вы ищете новых поставщиков? Да, совершенно правильно. Да, мы ищем новых поставщиков. А для чего они вам нужны? Для представления их в сетях России. Супер. Если вас заинтересовало предложение, Виталий, скажите, пожалуйста, как с вами можно связаться или найти вас? Ну, нас найти можно, как наша компания ISV Consulting, можно через империю найти. Так как мы партнеры, империи, можно всегда нас найти. Спасибо вам огромное.